начинаем мы с того, что наши руки находятся в таком положении, и дальше мы их раскрываем. И во время этого движения мы садимся на колени. Я покажу, как оно делается, чтобы был минимальный риск для наших колен. Мы становимся на носки, и наш корпус мы отводим назад, и потом обратно приземляемся на колени. И во время того, как мы садимся, наши руки раскрываются. Можно еще добавить запрокидывание головы, но это делать не все. Так, мы были здесь. Раз. Далее наши руки становятся в такое положение, крест. И левая рука у нас обязательно должна находиться сверху правой. Затем мы раскрываем руки и показываем пальцы вверх и вниз. И затем мы меняем их положение через круг. Дальше мы снова через круг меняем их положение вот в такое. То есть правая рука у нас за головой, а левая на полу. И во время того, как мы были здесь, когда мы меняем ноги, у нас правая нога расставляется. Затем левой рукой мы идем в полу, и во время этого правая рука у нас обратно опускается. Затем мы снова меняем положение, мы становимся снова на колени и выставляем этот раз левую ногу. Правая рука у нас становится на пол, а левая идет к лицу. То есть еще раз. Мы здесь ведем левую руку по полу и меняем положение. Дальше левая рука у нас идет в диагональ, в такое положение. И правая рука вставляется, и она обязательно должна быть в кулаке. И затем мы поднимаемся. И во время того, как мы поднимаемся, руки у нас идут за себя. Дальше движение разделено на две стороны. Я покажу только левую. Правая сторона это то же самое, только зеркально. Вот. Левую руку мы ставим наверх. Затем кулаки ее сжимаем, подносим ближе к себе. Еще раз. И затем в груди. Во время того, как правая рука у нас, левая рука у нас подставляется в груди, мы разворачиваем корпус. Затем правая рука у нас идет к кулаку, и мы опускаемся вниз. И затем медленно поднимаемся. И у нас идет небольшой спад. Парни делают по-разному, но мы идем в левую сторону. Зеркальная сторона. Мы выставляем правую руку, затем кулак ближе к себе, к груди. Левая рука уходит к кулаку. Мы опускаемся. Дальше медленно поднимаемся. Далее. После того, как мы сделали слайд, у двух сторон идет одно и то же движение. Мы делаем шаг правой ногой и чуть-чуть опускаем корпус. И вместе с головой. И также у нас выставляется левая рука. То есть мы сделали слайд. Раз. Поднимаемся, и когда мы подставляем левую ногу, у нас поднимается голова. Это движение довольно резкое. И затем следующая связка. Но сначала мы повторим вот отсюда. Я буду делать в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Дальше у нас идет, собственно, начало припева. Мы выставляем левую ногу. Затем заводим ее за себя. Что делают наши руки? Они находятся в таком положении, когда мы поставляем левую руку, и затем делают небольшой круг. Тут он идет больше не запястьями, а вот именно руками. Затем через низ они у нас приходят в такое положение. И во время того, как мы их представляем, у нас сдвигается левая нога. То есть еще раз. Раз, два. Затем мы снова делаем слайд, мы как раз шаг назад. И руки у нас идут за себя. И идет сам припев. Так, сейчас. Раз, два, три. Дальше у нас вот такое движение. Правая рука у нас опускается вниз, и за счет этого мы сгибаем ноги и опускаемся за ней. Кто-то из парней смотрит на руку, кто-то оставляет взгляд зрителю, поэтому вы сами решаете, как вам будет удобно. Раз. Затем мы распрямляемся в крылья. Руки у нас находятся на бедрах. И мы развернуты таким образом, чтобы наш корпус был виден. И идет такое движение. Сначала мы двигаемся рывком вперед, затем назад. Делаем это два раза. То есть сначала вперед, затем назад. Что у нас в это время делает спина? У нас как будто бьют по спине, потому что движение идет очень резко. Мы сначала вперед, затем также будет заторможено назад. Затем мы прыгаем на правую ногу, левая у нас остается в таком положении.
и руки у нас уходят назад. Затем мы их раскрываем и становимся в такое положение. То есть сейчас мы были здесь. Раз, два, три, четыре. Затем, когда мы пришли в такое положение, мы снова садимся в плие. В этот раз делаем движение уже три раза. То есть вперед, назад, вперед, слайд. Слайд тоже мы делаем в разные стороны, но я буду делать сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И дальше мы делаем слайд, помогая себе правой рукой. И затем у меня следующая связка. Мы были здесь. Ноги у нас стоят на ширине плеч. Затем я сначала положу только руки. Они идут диагональ. Затем правая идет к себе. Через низ мы их раскрываем. Левая идет к себе. И через низ вместе с затяжкой мы их поднимаем медленно и приходим в такое положение. То есть еще раз. Диагональ. Право. От себя. Лево. Вниз. К себе. Что у нас, когда они делают ноги? Когда у нас направлена диагональ, правая нога сгибается. Затем она поднимается. Мы распрыгиваемся в небольшое плие. Затем поднимается левая нога. Мы снова распрыгиваемся и собираем их в диагональ. Еще раз. Вы были здесь. Теперь сидим вместе с руками. Раз и два и три, четыре. Еще раз. Раз и два и три, четыре. Мы пришли сюда. Далее я покажу следующее движение, сначала покажу только ноги. У нас правая нога делает гиб, затем раскрываемся. Правая нога у нас на носке, а левая на пятке. И затем левую ногу мы заводим на себя. В это время что делать наши руки? Здесь положение меняется, затем диагональ, то есть левая рука у нас опущена. И когда мы заводим левую ногу за правую, у нас меняется диагональ, и корпус возвращается. То есть еще раз. Выпиши сюда. Раз и два. Далее руки у нас расходятся. Мы их кидаем. И получается, если правая у нас, левая у нас идет через верх, то правая у нас идет через горизонтальную линию. Вот. И во время этого движения левая нога у нас поднимается, всем ставится, и мы снова распрямимся. То есть еще раз. Давайте вот это. Раз и два, и три, и четыре, и. И мы снова, у нас повторение движения, мы делаем вперед, назад, и связка у нас закончилась. Теперь с самого начала подсчет. Мы были здесь. Раз, два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, три, и четыре, и пять и шесть. Теперь все связки по 8.